Тяжелая утрата Нижегородского театра. Скончалась Рива Яковлевна Левите. Ее называли человеком-легендой, театральный режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств России. Она работала в филармонии, театре юного зрителя, ставила массу спектаклей и воспитала несколько поколений артистов, будучи педагогом и режиссером Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева. Она работала фактически до последнего дня. Ей было 96 лет. Она даже недавно, я выхожу, она в коридоре сидит, глаза сияют. Значит, она приехала рассказывать студентам первого курса о театре. И она рассказывала 6 часов. Это, конечно, многовато. Не надо было ей давать. Хотя она не сказала, что она устала. Совершенно ясный, светлый, веселый ум, потрясающая память. И можно было часами сидеть и слушать. Человек невероятной энергии, просто удивительной энергии, которую можно ножом разрезать. Я каждый раз удивлялась, сколько у нее выпускников, и она всех помнит по именам. Мы как-то несколько лет назад, у нее было воспаление легких, мы пришли навестить ее в больницу, и мы с моим однокурсником Валькой Аметовым. Я говорю, Валь, узнает, не узнает, ну мало ли что, вот вспомнит, не вспомнит, человек все-таки болеет. И она: «Валя, Женя!» Ну, ёшкин кот. А потом она говорит: «А как дочень, как Саша?» То есть она помнит, как зовут нашего ребенка, не то, что как нас помнит. Какими бы сорванцами, озорниками не были, вот, она любила всех. Могла отчитать так серьезно и тут же потом погладить по голове и вдохновить. Вообще, когда мы поступили на курс, мы когда увидели Риву Яковлевну, она была уже, ну, достаточно немолодой женщиной. И мы думали: о, ё-моё, ну, в общем, пожилой человек, чему нас... А потом как началось, как она в нас кидала стульями, когда мы что-то там плохо репетировали, она просто брала стул, и мы все уворачивались от нее. Это такая энергия. И все равно любили. Знаете, какое ощущение? Вот какого-то сиротства. Потеряли очень близкого человека, к которому... уже больше не придем. Мне кажется, для всего театрального российского мира, конечно, это потеря. Потому что столько учеников, мне кажется, нету какого-нибудь города, где не работал бы ученик Ривы Яковлевны. Прощание с Ривой Яковлевной состоится 21 марта в 11 утра в Нижегородском театральном училище.